Несколько рейдовых групп инспектируют набережные, рынки, пляжи, места отдыха гостей курорта, а также следят за складированием мусора. Помимо нелегальных торговых точек, на набережной нарушают уличные музыканты, которым на этой территории играть нельзя, и предлагающие сфотографироваться с обезьянами и попугаями. Здесь тротуар, понимаете, люди проходят мимо, вы загораживаете. Рейдовые группы выявляют нарушения торговли непродовольственными товарами. Реализаторы и хозяева торговых точек часто не соблюдают нормы хранения и продажи продуктов. Спрос с торговцев в неположенных местах и с нарушениями правил торговли строгий. При выявлении таких объектов на предпринимателей составляют протоколы об административных правонарушениях, где комиссия потом определяет размер штрафа. Рейды будут проводиться весь курортный сезон до 30 сентября.